знаете, сегодня какой-то волшебный, особенный день. Все так легко. И в очередной раз убеждаюсь в том, что все в жизни приходит через расслабление. Расслабляешься, потоки Вселенной текут сквозь тебя, и все складывается наилучшим образом. Сегодня день рождения у обожаемой мной Таты Феодориди, с которой я познакомилась в августе 21 года. Сегодня мой младший получил 4 на экзамене, а несколько дней назад он защитил диплом повара-технолога на отлично. Я приняла очередное решение. Приняла его легко. И у меня даже был выбор. Всегда есть выбор. Знаете, я сегодня настолько счастлива или счастлива. А за Алёшку, если честно, я прям плакала. Плакала от счастья. Я была в этот момент в магазине, прыгать не могла, но плакать плакала. Смеялась и плакала. Моему младшему через 2 месяца исполнится 20. Старшему через 3 месяца исполнится 26. Жизнь невероятна, прекрасна, полна множества возможностей, вариантов и счастливых моментов. Пусть все складывается наилучшим образом для нас и всей Вселенной.